Привет, друзья! Продолжаем трогать демки. Ингерфуд, наверное, уже все, кому надо было, попробовали, но я, как всегда, это запрыгиваю в последние вагоны и все такое. Ингерфуд — это шутер, в котором нужно дубасить все ногой. Такой шутер фут-фетишиста. Бам! Бам! Мне уже нравится. Так, а можно взять эту дубинку? Не, ну тут можно будет стрелять. Точно вам говорю. Наверное. Это же, да? Я не сошел с ума? Вроде тут не только ногой можно будет бить. Но биток уже прям с меню застревает в голове. Бам-бам-бам-бам. Что? Дрим? Это я так попил, да? Окей. Пэм. Не. Это игра, опять же, которую издают деволверы. А, F to drink. Понял. Ну и как мы уже убедились, деволверы... В общем, игра у меня зависла, когда я попытался перейти на другой уровень. Но надеюсь, больше этого не повторится. Возможно, тут замешана жара, которая стоит в моей комнате. И компик перегрелся. Ну, вряд ли он перегрелся. Так, чё я... А, понял. Я выпил пиво из мусорки, да? Ну, пиво из мусорки — это классика. Мы еще со Streets of Rogue научились. Да, вот пистолетик у нас теперь есть. Ну, в принципе, ногой тоже можно справиться, я думаю. У нас ограниченное количество патронов, я так понимаю. Хотя, может, и нет. Ау. А, бам, понял. Ну да, ограниченное количество. Это как-то на суперход даже немножко похоже. Типа можно кидать пушку, когда ты ее расстрелял уже. Ну, понятно. Это, короче, такая аркада, которой... Ау. В которой нам нужно просто проходить уровни на время, по сути. Ау. Понял? Блин, ромас. Ну тут у всех есть пушки, так что все окей. А бегать тут нельзя никак. Только вот с такой скоростью двигаться можно. Ну короче, уровни тут прям совсем коротенькие. 14-16 врагов мы убили. Окей. Ну давайте попробуем просто все пройти. Дает ли эта игра какой-то челлендж в итоге? Что именно... Даже пройти... О, сложно. Или тут все лишь на скорости завязано. Ну, ладно, окей. Челлендж есть. Там чувак танцевать продолжил. Жуки. Окей. А, все. Тут. Зря я пушку выкинул. Так, нога. У нас есть нога. На. Окей. Чувак тут делал свои дела. Бам. Оу. Да, в смысле, почему у него пушка-то пустая была? Окей, чувак танцует танцы из Фортнайта. На моей смерти. Окей, ладно, челлендж есть. Забираю свои слова назад. Бам. Надо не забывать, что у меня есть нога. Бам. Окей. Но здоровье, я так понимаю, просто восстанавливается у нас. Ау. Тут.
так и знал. Да блин. Постоянно. Классный танец. Да, танцуешь классно. У него еще данк. Адидасовский костюмчик. Чисто гопник. Зачем я выкинул пушку? Она у меня еще рабочая была. Бам. Это вообще винтовка как будто была. Или мне показалось. Так, патронов у нас нет. Бам. Окей. Да блин. Окей, окей. Это как только я сказал про челлендж. Челлендж начался. Ну ладно, на самом деле это не так сложно. Просто нужно приноровиться. Так, я могу... Да, я могу взять целый пистолет. Просто тут не пополняются патроны, когда берешь пистолет. Ау-ау-ау. Тихо. Да. Да блин. Как она так отрикошетила? Не. Окей. Бам-бам. Давайте выкинем плохой пистолет, возьмем хороший. Выкинем плохой. Возьмем пустой. Ладно, вот, возьмем целый. Отлично. Так, здесь чувак справа. Чувак слева. Чувак справа, нифига себе. С дубинкой. Понял. Тут еще музыка меняется в зависимости от того, где мы находимся. Как бы это прикольно. Эфтодринк. Не знаю, что это нам дает. Возможно, это типа неуязвимость. Может и нет. Ну что, да. Ау. Ну это все. Окей. 21 из 30. Ну, мы не стремимся к идеальному результату. Тут 11 уровней, я так понимаю, в демке. Ого. А, это я управляю ногами. Класс. Мадемуазель. Ну. Телефон. Злая нога. Замечаешь, что что-то пропало? Я пожалею о том, что связался с этим гэнгом. Окей, проверить факс. А, вон там факс. Да, потрясающая атмосферка. О, спасибо, куколка. А, о, у нас Артур. Кет. Ё-моё. Артура нет. Там бочка явно взрывающаяся. С музычкой классно сделано. Что она так меняется. Ау.
Там еще сзади. Окей. Еще один, да? Нет? Видимо, его выбило ногой. Тут. Слайм факер. Не хочу даже знать. Так, тут никого. Тут был кто-то. Вдвоем чуваки в туалете сидели. Ладно. Не. Вообще нужно не стрелять пистолетом вблизи. Это транжиры. Че тут нет? Больше пистолетов. Так, ну давайте попьем. Тут лучше не стоять, мне кажется. Так, ну это конец уровня. Окей. 35 из 35 даже. Ну давайте посмотрим, что будет дальше. О, УЗИшка, ничего себе. Окей, УЗИшка, это уже клево. Ау. Кто? Понял. Я просто не увидел, откуда они стреляли. Но танцуете классно. На. Бам. В принципе, на них УЗИшку можно даже не тратить. А тут у всех УЗИшка теперь? А, не, это пистолет. Дайте мне более заряженный пистолет. На. О, а вот эти чуваки с УЗИшкой. УЗИшку они мне дали, правда, сначала пустую. Так. Туалет. Мне нравится, что сидят чуваки в туалете, и все, что нужно сделать с ними, это просто открыть дверь. Окей. Ну, опять же, я зря на них трачу патроны. Ладно. Давайте возьмем пистолет. Я, правда, не понял, куда идти в итоге. Где здесь дверь-то дальше? А, вот. Окей. Ну, идите сюда. Ну, с пистолета они с одного как будто умирают. Дайте мне УЗИшку. Ага. Окей. Ну, опять же, эта игра на такое идеальное вытачивание скилла, идеальный, ну, поиск идеального способа прохождения, как у нас было с You Suck at Parking. До связи. Тю-тю. Окей. Я такие игры не особо люблю, но мне очень нравится биток, очень нравится стилистика такая сумасшедшая. Мам. Понял, тут чуваки с гранатами появляются. На каждом уровне какие-то приколы новые. Так, чуваки. О, ты еще тут. Нам вообще не обязательно даже всех убивать, чтобы пройти уровень, я так понимаю. Но это, скорее всего, как-то на наш счет влияет.
Окей. Уху. Окей, так, этот более заряженный, нет? Менее заряженный. Ищ. Вот этот более заряженный, да. Окей, мне нравится, что они с одного умирают. Пистолета. Это годно. На level complete. Ага. И карта сделана, и тоже интересно, как там. О, дробаш. Правда, зачем... А, зря я это сделал. Да. Я случайно выкинул дробаш. Мам. Ну, знаете, дробаш, я не знаю, насколько он лучше ноги. Чувак тоже с дробашом был, да? Да. Против меня дробаш явно неплох. Второй скелет. Еще один скелет. Бам. Ну, они целятся долго, но зато ваншотят. Окей. Тут стоило выстрелить дробашом, чем пытаться его с ноги убить. Окей. Ну, дробаш еще может нескольких забить сразу. Задеть. В этом его явно преимущество. Бам. Бам. Можно еще один свеженький шотган взять. Еще один свеженький. Ну, не такой свеженький, но ладно. Тихо. Окей. Камера. Это была камера, видимо. Я думаю, еще дверь можно как-то под каким-то углом выбивать. Если знаешь, в каком месте враги стоят, то это может помочь. Окей. 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 Бам. Ау. Откуда? А, понял. Тихо. Окей. Все? Сюда? Нет, конец уровня. Хорошо. 18 из 18. Ну, у нас на каждый уровень примерно по минуте выходит. Но я думаю, их можно пройти там секунд за 20, условно. Ау. Окей. Чуваки. Ну, за чуваками можно просто последить. Как они стоят и ждут меня. Вот бы мне какую-нибудь гранату или что-нибудь такое. Было бы вообще в тему. Бам. Мне показалось, что я попал в гранату из пистолета, и она взорвалась у них в руках. Вот эти ребята, которых я видел. Ну, решетки не очень вбиваются, прямо скажем. Главное не дать выстрелить чувакам с шотганами. Авто дринк. Бам. Бам. Винтик. Окей. Понял. Ну, я так понимаю, эти вентили просто дополнительно врагов призывают. И они не обязательно вообще. Тихо. По крайней мере, для меня это выглядит так. Окей. Это тот же самый пистолет, да?
Просто подумал, может быть, какой-то другой пистолет. Ау. Окей. Пистолетов у меня больше нет. Мам. Вот, я еще не прочувствовал, насколько опасны эти щупальцы. Но я думаю, они меня издалека могут достать. Ау. Да, в воду лучше не наступать, явно. Окей, окей. Так. Бам. Я одного чувака пнул, он влетел в другого чувака и... Бам-бам. Дайте мне какой-нибудь пистолет получше. Нет? Ну ладно. Бам. Ну сейчас дадут. Оп. Ну, этих чуваков можно просто вот так вот убить. А, кстати, УЗИшку у них можно взять. Окей. Чуваки с шотганами. Ау-ау. Так. А. Бам-бам. Но они там сами себя убивают. Просто отойти. Бам. Дайте пистолет. Дайте дверь. Щупальца отвали. Отдача тут нехилая. Ау. Блин, почему... Почему он не взял пистолет? Ау. Щупальца. Щупальца с одного умирает. Окей. Но щупальца с ножом там или что? Или мне показалось? Ну ладно. Так, на этот уже уровень 2 минуты ушло. Так, 9-й. Стунц, 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 стунц. Ого. Чё? Там какой-то большой чувак, как будто. Как мне... А, меня не убивает жижа, она меня просто дамажит. Чувак, классно танцуешь. Он просто с щитом. Его плохо убивается. Тихо. Окей. Там просто ни у кого нет пушки. Пути. Как мне с ними драться? Это вопрос. Блин. Не, ну этого чувака с пистолетом явно нужно бить сразу. Да, вот этого можно ногами, в принципе, задубасить. Ну да. А то он от пистолета ничего не получит. Да блин. Ну то есть я его успеваю убить, но он мне тоже. Окей. Ну возможно по нему надо пострелять, чтобы его просто поотвлекать как бы. Окей. Ну, вроде как-то сработало. Мам. Давайте этих чуваков мы просто ногами задубасим. Окей. Ну вот где нужно было взять пистолеты. Окей, теперь ясно. Давайте взрывать из бочки. Отлично. И... Ау. А, да кто? Кто меня убил? Там еще щупальца какие-то были. А, вон там сзади чувак, блин. Окей.
Блин, какая же духота стоит. Ау. Мне просто башка не очень хорошо думает. Блин, еще комар. Не комар, а муха. Ё-моё. О, я сейчас перегреюсь. Серьезно. Да блин. Все, короче, мне очень жарко, и тут осталось 3 уровня. И, ну, в принципе, мы поняли, что эта игра из себя представляет. Не мой жанр, но я могу, вот, опять же, оценить стиль. Девольверы знают, во что вкладываться. Напишите, что вы думаете об этой игре, а я пойду гонять мух. Как обычно, живите дружно, не болейте и до скорого. Помните про Дискорд и Бусти. До связи. Пока.